символ Москвы – Кремль, Лондона – Биг Бен, Сиднея – оперный театр. А какая картинка всплывает у ивантеевцев при мысли о нашем городе? Я бы представил бы могучий орел – символ. У меня ассоциация – это вот фонтан, потому что здесь, как правило, люди встречаются, место встречи. Гагарин. Можно сходить в Макдональдс, можно пошопиться там. Наши дворы красивые. Это благоустроенное. Другой раз идешь и очень радуется сердце за то, что вот люди у нас очень любят свой город. Нашего города визитная карточка – это вот, далеко проходить не будем. Ну, во-первых, Николай Угодник, раз. Потом по правую сторону у нас идут ворота, золотой ключ. Для меня вот это визитная карточка нашего города. А почему? Наверное, это уже исторически сложилось так, что именно это... Старое, традиционное, исконное, городское, наше, ивантеевское. Я больше ничего не придумаю, как вот церковь наша, смоленская. Нам нравится церковь. Вот здесь куб, вот Николай Угодник, сквер вот этот. Ну, там позадорожный этот самый герб Ивантеевки. Там нарисовано колесо. Да, речка. Уча. А почему это визитная карточка? Потому что фабрика это была герб, раньше. Герб города. Да, потому что фабрика была достоинством нашего, ну как бы, города. И для, ну, поэтому сделали его на герб. Вот у меня это Иванченков. Потому что я как бы каждый день еще хожу в школу и так вообще, когда гуляю, очень часто прохожу мимо Иванченкова, и он у меня почему-то ассоциируется с Ивантеевкой. Центр города, наверное, красивый. Около имитатора там тоже нормальное. Это самое. Так, хорошо, а почему? Фонтан там, все. Культурные места, можно отдохнуть, посидеть. Люди влюбляются. Наш храм Ивантеевский. Хорошо, а почему и он? Дом культуры. Площадка, которая у имитатора детская. Хорошо, а почему именно она? Потому что, наверное, с детьми здесь гуляем. Я думаю, что, скорее всего, аллея, просто я здесь не живу. Возможно, вот эта аллея и также аллея, вот где Иванченков. Я думаю, что жители гордятся этого города, что в нем родился такой прекрасный человек, как Иванченков. И также наверняка они любят собираться здесь, возле фонтана, который здесь, я так понимаю, единственный и очень прекрасный. Вот напротив церкви тополя стояли раньше, это самое. Там такое было загубленное, все старое, очень удачно. Сейчас сквер сделали очень красивый. Вот. Посадили липы, так. Сейчас лавочки, все, люди сидят, отдыхают. Прекрасно. Аллея – это очень прекрасная, которая она украшает, и люди гуляют, и любят, и все отдыхают. Я хоть живу здесь, а я хожу не сюда, а хожу туда отдыхать, на эту лавочку. Мнения разделились. Оказывается, у каждого ивантеевца свое любимое место в родном городе. Из фаворитов наш опрос выявил Смоленскую церковь, герб Ивантеевки и фонтан в сквере по центральному проезду.